Министерство финансов выступило с инициативой о повышении акцизов на бензин. Предполагается, что топливный сбор поднимется на 2 рубля с 1 апреля. По оценкам ведомства, такая мера принесет в этом году бюджету 80 миллиардов рублей. В случае, если инициатива Минфина будет поддержана, то повышение станет уже вторым с начала года. Напомню, с 1 января ставка на бензин Евро-5 выросла на 36% или на 2 рубля и составила более 7,5 рублей за литр. Акциз на дизельное топливо поднялся на 20% до 4 рублей 15 копеек за литр. При этом в антимонопольной службе отмечают, что налоговая нагрузка на нефтяников в России достаточно велика. И это, по мнению ведомства, одна из причин медленного снижения цен на топливо на фоне резко просевшей нефти. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что рост акцизов, если он будет одобрен, не должен привести к подорожанию бензина.